Значит, фильм, который мы делаем сейчас, очередной наш фильм с Натальей Каспирович, это фильм, посвященный, это вообще новая система фильмов, как бы, это уже шестой фильм, который мы делаем. До этого мы делали фильмы по книгам их воспоминаний «Атланты держат небо» и «Жить еще надежде», и фильм «В поисках Ириша», который занял первое место в мире 6 лет назад на фестивале в Нью-Йорке. Это опыт документальных фильмов, когда тут документальное кино, а на этом фоне тут мои стихи и песни. Получается очень интересное соединение. Вот. После этого был сделан фильм, посвященный 70-летию Победы, «Я блокадник», «Мой Питер», там о блокаде, о Ленинграде и так далее. А вот этот новый фильм посвящен, он тоже кусок из моих воспоминаний, называется он «Портреты на стене», и посвящен он поэтам, фронтовым поэтам Давиду Самойлову и Борису Слуцкому, которые были моими учителями, первая серия. Вторая серия – это барды, которые были моими друзьями и ушли из жизни. Это Михаил Анчаров, Юрий Висбор и третий – Виктор Берковский, концерт памяти которого прошел как раз пару дней назад в «Триумфе» в Москве. И третья серия, последняя – это посвящение моему тоже безвременно ушедшему другу, замечательному русскому историку и пушкинисту Анатольевичу Эдельману и ныне здравствующему моему другу, который только что приехал в Москву снова, Игорю Губерману. Мы обращаемся к нашим будущим зрителям и надеемся, что мы не подведем их ни качеством фильма, ни качеством песен и стихов, которые я уже лично отвечаю, которые очень многие наши зрители знают. И я надеюсь, что, так сказать, он будет важным вкладом не только в кинематографию, но вообще в развитие поэзии, культуры и нынешнего общественного самосознания. Спасибо вам большое.